Выдача разрешений на ловлю рыбы, охоту, билетов на вырубку леса. Вопросы оказания государственных услуг в сфере охраны окружающей среды обсудили на брифинге специалисты природоохранных ведомств с пользователями. Что их интересует больше всего, узнаете из нашего материала. В зале специалисты территориальной инспекции, департамента экологии, управления природных ресурсов и природопользователи. Повод для встречи – вопросы оказания государственных услуг в сфере защиты окружающей среды. 6 видов предоставляет Североказахстанская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Выдача разрешения на производство интродукции или интродукции и гибридизации животных. Второе – выдача разрешения на взятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. Одна госуслуга по лесному хозяйству. Ну и самое большое три у нас это по рыбному хозяйству. Первое то, что выдача справки о происхождении вылова. Второе согласование режима судоходства. И третье согласование установки рыбозащитных устройств водозаборных сооружений. С начала года в территориальной инспекции выдали 15 таких справок, еще 3 разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. У природопользователей есть вопросы. Мы хотим заняться переселением кабана, закрепленное за нами охотничье хозяйство. Что для этого необходимо? Пожалуйста, обращайтесь. Здесь, если мы те услуги оказываем в течение 3 рабочих, здесь разница в течение 5 дней вам будет оказана государственная услуга. Но форму, именно какие документы, у нас на сайте есть. Можно обратиться также электронно и бумажно. Разрешение на охоту, рыбную ловлю, аренду водоемов и билеты на рубку леса – это одни из самых востребованных услуг. Получить их можно в Департаменте экологии и управления природных ресурсов и регулирования природопользования. С начала года здесь оказали почти 1200 госуслуг. Денис Сивков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.